В общем, ну, в любом случае, спасибо за игру. Что скажете по матчу? Не настраивались на борьбу. Что-то чуть не получилось, судя по счету. Много ошибок своих невынужденных. Разбирали. Вроде все получалось. Но не хватило каких-то решающих действий. Сыграли команду СК. Сыграли хорошо. Ну, матч накануне ваша команда в борьбе с такой на тайбрейке победила. Это придало сил к сегодняшнему матчу? Именно вот какой-то дополнительный настрой, мотивацию? Я думаю, даже уверенность, наверное, придало. Что мы могли. Даже исходя из того, что много пускали противника вперед, загоняли, пытались, боролись. Видимо, в какой-то момент слишком далеко их отпустили. Тренер вашей команды сказал, что основную проблему он видит, что подача у хозяев сегодня летела сильная, и с ней не справились, и из-за нее большие трудности были. Согласны с этим или что-то другое, какой-то элемент отметить? Соглашусь, да, подачу хорошо подавали, но подавали, я думаю, только первую партию хорошо. В остальном вроде бы привыкли немножко к залу, к вашим потолкам, к любимым. Вам ли? Да. Плюс два свистка невынужденных других смотрителей игры. Вот и весь результат. Ну, опять же, как бы мы на площадке даже сами должны были доказывать свою состоятельность. Максим, такой вопрос. Половина сезона уже прошла. Все равно видно, команда в этом году дебютировала в Суперлиге в этом сезоне. Развитие, то есть то, что команда вот начинала как сезон, и сейчас вы как игрок, вот сыгранность, не знаю, там, сплоченность, вот с этим как обстоят дела? Видите ли вы именно что? Развитие? Ну, нет, прогресс-то есть, конечно, потому что живем практически все вместе в одном здании в Новокубовске. Много общаемся, поэтому и будет прогресс. Хотелось бы, чтобы он раньше был, не больше, чем полсезона прошло, но, извините, это уже не мы можем сделать.